Ох, доброе утро. Время уже 11, я вообще спал очень долго, за вчера отсыпался. И вообще вчера такой день был активный. Вот сейчас не спеша буду собираться. Сегодня 29 число, 29 апреля. И потихоньку двигаться. Так, ну все, спасибо этому месту. Кстати, не знаю, куда мусор девать, проблемы с ним. Даже вот в парке вчера там не было мусорки. Типа, забирай мусор с собой, пишут, но куда его выкидывать-то? Это понятно, если у тебя дом есть, а вот если у тебя нет дома, куда его выкидывать? Ну, я с собой вожу, он уже пакет целый набрался. Все, сейчас стартую туда, к водохранилищу. Ну все, вот начинается водохранилище, здесь уже такая дельта реки, если можно сказать. Вот. Начинается самая сложная часть, потому что моя лодка резиновая все-таки, она не для большой воды. Грести веслами здесь очень тяжело, ну это не знаю, как корова на скачках, короче, очень трудно будет. Так что сколько этих еще будет самых сложных моментов, хрен знает. Ну блин. Первое мое большое водохранилище, посмотрим. Хотя бы, чтобы ветер бы помогал, но пока он встречный такой, дует слабенький. Но и этого ветра слабенького хватает для того, чтобы тормозить лодку, потому что она парусит очень сильно. Ну ладно. Капец, тут столько протоков, я до сих пор на большую воду не могу выйти. Столько рукавов всяких. Что идет пока? Капец, я на мель встал, блин. То, что боялся, потому что водохранилище уровень упал. То, что по карте показывает, он вообще не так. Уровень упал, и очень много островков всяких. Не поймешь, короче. Вот сейчас буду с мели слезать. Вот на большой воде такое ощущение, как будто ты на месте стоишь. Горы стоят. А ты вообще не двигаешься, потому что сравнить не с чем, как бы все далеко. Ну, видно, что чуть-чуть двигаешься, но вот это вот прям добивает. И ты хочешь быстрее-быстрее, скорость повышаешь, подсознательно начинаешь веслами грести. А так-то на самом деле двигаешься. Волны начались, шлеп-шлеп такие, ветровые. Оп. Боком встает, вообще неприятно. От берега, наверное, в миле где-то далековато. А я кушать хочу. Сейчас курс вон туда взял. Вон там деревья есть. Как раз по обеду. От лодок такая волна неприятная идет. Хотя она далеко проплыла, но такой катер нормальный. И прям, если боком стоишь, ну, лучше не вставать на всякий случай. Лучше носом встречать. С ветром повезло, что практически штиль. Вот сейчас штиль вообще. Как бы я не знаю, я бы, наверное, на месте стоял, если бы встречный ветер был. И волны плюс еще бы добавились неплохие здесь. Вода здесь, кстати, чистая. Муть там вся оседает на дне. Такое илистое дно там вот в самом начале было. Тут вода прям чистая. Фу, земля наконец-то. 7 миль прошел. Вот причаливаю сейчас, пообедать надо. Ух, у меня руки обгорели. Ух.
Сейчас попробую плавник установить, попробую, как будет с ним плаваться, и подкачаю лодку чуть-чуть. Фу, сейчас вдоль бережка спокойно буду двигаться. Да, плавник все-таки работает хорошо, прям лодка курс держит. Такая поперечная устойчивость прям соблюдается. Не надо будет, лодка не мотает вот так все время из стороны в сторону. Тишина тут хорошо. Сейчас бы хорошо было бы катамаран с педалями. Такой водный велосипед. Короче, я не выдержал, с музыкой поплыву. Слишком нудятина. Встаешь прям. Чуть-чуть немножко надо энергии для гребения. Наверное, за сегодня и хватит. Куда я не знаю, еще мили три, наверное, две. Вот, и можно считать, что половина водохранилища я прошел, если до мыса дойду. Прошел мыс, а здесь кемпинг. Надо ехать дальше. Туда. Так, прошел уже 15 миль. Сейчас ищу место под ночевку. Сейчас вдоль берега иду, смотрю, чтобы деревья были и уклона не было, потому что тут берег такой обрывистый. Так, и в принципе половина пройдена, не так уж все плохо, повезло с погодой. Вот посмотрим, как будет завтра. Вон там уже где-то плотина. Тут место уже поуже идет, вот тут берег уже не так далеко. Одинокий скиталец тут по берегу ходит, что-то ищет. Штаны пусть подтянет. Вот чувак по берегу идет, и вот я немножко быстрее его, ну, может, два раза, если я так-то останавливаться не буду, потому что я так остановлюсь, что-то тишину послушаю, посмотрю по сторонам. Ну, а так, в целом, это как пешком идешь практически, с такой же скоростью. И здесь даже ряби нету, такая вода спокойная, ветра вообще нету, не колыхнется ничего. Класс, класс. Какое-то сказочное место здесь. Сейчас посмотрю, вроде должна быть плоская площадка. Да, вообще четенько. Прямо вот здесь вот площадочка офигенная. Вон тут и видок обалденный. Тишина и вообще здесь обалденная. Просто вот ни ветра, ничего, одни птички только там где-то кричат. Ох, ну сейчас я хочу искупаться первым делом, пока тепло, пока хочется. Вода такая, как в Байкале. Ooh.
холодная. Ох, какой кайф добровольно искупаться. Было уже одно недобровольное купание. Нормально. Ой, кайф. Ой, кайф. Хорошо жить все-таки, а? Хорошо разделся, клеща нашел на себе. Офигеть. Так, закинул удочку там. На крючок насадил кусочек сосиски. Посмотрим, что будет. Сейчас хочу сходить на горку туда, посмотреть с высоты, что да как. Палатку ставил, сейчас дровишек найти, костерочек. Все, доброе утро.
В принципе, решил, сделаю сегодня выходной. Сегодня воскресенье. В принципе, раз в неделю можно вот так вот где-то останавливаться. Там реально немножко подустал. Веслами грести. Я никогда в жизни веслами не греб. Вот, а тут как бы два дня подряд, ну вот один вчера. Прям так тело хочет отдохнуть. Ну и вообще разрядка такая нужна эмоциональная чуть-чуть. Осмыслить все, осознать. Кайфовать, продукты есть, рыбу половлю, попробую. Плохо спал еще, у меня ожог руки вот здесь вот, капец, никогда такого, наверное, не было. Ну, не помню, может быть, на велике было, конечно, но я не помню, чтоб такое было прям, чтоб так болело. Обалдеть. Смотрел этот водохранилище было сделано в 54 году, 1954. Я площадь у него где-то 142 квадратных километра. Это третий по величине в Монтане. О, а вот я и чабрец нашел. Только я не знаю, когда он должен цвести, когда его вообще можно собирать. Я бы на чай сейчас собрал, может попробовать, в принципе. Цвести, наверное, в мае где-то будет, я думаю. Ну, уже май, завтра уже май будет, 1 мая. Вот и забор здесь. Что, типа от скотины или что? Вот интересно вообще, какие горы разные бывают, да? Вот в скольких горах я побывал, там, и в Средней Азии, в Тяньшане, там, и на Кавказе. Где я там еще был? Ну да, вот. Везде они такие разные. Кайфовые. Здесь тоже прикольно. Но здесь такие жиденькие. Это как бы все скалистые горы считаются. Но они уже... Я почти на выходе из них. Сейчас вот эти будут ГЭС. Три ГЭС. Вот это. Потом еще одна. И еще поменьше. Они две будут. Это самая большая. Вот. И там я фактически уже выхожу из них. Из этих гор. И то есть в прерии втекаю. Вот, так что это уже такие предгорья, можно сказать. А так вообще такой кайф. С утра пораньше проснуться, не напрягаясь вообще. Без будильника. Умыться холодной водой, никуда не спешить. Пойти прогуляться в горы. Сейчас приду, что-нибудь приготовлю покушать. Еще расскажу вот. Вчера я перед костром танцевал под музыку. Я просто, ну, до слез, вот мне так хорошо было, что просто рыдал. Вот
вот это вот чувство. Я понял, что я так давно никогда вот не расслаблялся, не отдыхал. У меня сейчас все расслабление идет вот за последние вот 3-4 года. Вот все выходит сейчас у меня вот. Я вот осознал, что я просто вот как будто вот на свободу вырвался и такой кайф почувствовал, что я от музыки просто вот моей любимой музыки начинаю кайфовать. И это очень хороший признак, что значит все хорошо. А вот последние 4 года я музыку просто слушал, как будто слушал. Ну, таких удовольствий не получал. То есть всегда что-то есть, какой-то момент, который тебя напрягает. И ты не можешь расслабиться. А когда ты кайфуешь вот под музыку, значит, ты расслаблен просто. И вот и когда прям вот слезы наворачиваются от происходящего, от вот этого момента, костра, воды, гор, все, что вот этого происходит, и ты начинаешь даже гордиться собой. Вот у меня вот этого чувства давно не было. Вот с тех времен, в принципе, как я перестал, ну, путешествовать, ездить, мне... Чтобы гордиться собой, надо двигаться, надо что-то проходить через какие-то трудности, препятствия вот, в путешествиях. Вот. Да, вот я начинаю собой гордиться, вообще начинаю радоваться жизни. То есть у меня движение, путешествие, оно меня лечит. То есть фактически это любимое дело. Так зачем заниматься чем-то другим, если оно не приносит тебе удовольствия вообще никакого? Я вообще за то, чтобы все были счастливы, все занимались любимым делом. Просто иногда вот чувствуешь в интернете, ну, в комментариях, какую-то зависть такую по-черному, чтобы типа, а, ты там путешествуешь, ездишь, мы тут работаем. Так никто же не запрещает никому ничем заниматься. Никто же насильно не заставляет ничем заниматься. Я ведь тоже вот вырвался. Вырвался из этого как бы круга пока. Может, временно, не знаю. Ну, может и временно. Кто его знает. Но я просто понял, что что-то мне очень плохо уже. И нужно что-то менять. Потому что уже здоровье даже начало немного. Чувствую такое уже. Слабый весь какой-то стал. Ну, не то совсем. Понял, что надо радикально менять все. И еще у меня есть такой момент. Это наслаждение неизвестностью. Вот я не знаю, вот сегодня остался, захотел, остался. У меня нет какой-то точки, даты, когда мне где-то что-то нужно быть, прибыть, конец путешествия. Нет у меня такого. И если бы такое было бы, то меня бы это напрягало, и я бы тоже не мог бы спокойно кайфовать и расслабляться. Вот эти вот моменты, вот даты, вот оно напрягает. Всегда есть на душе что-то, если есть какая-то дата конечная, которая тебя будет торопить, тебя будет вот подкалывать, короче. И ты не сможешь нормально расслабиться. А вот именно наслаждение в полной свободе, когда у тебя нет вообще никаких дат. Ну, и тебя ничего не напрягает, не подпирает ни с какой стороны. Это кайф, конечно, в какой-то мере. Так, у меня сегодня фасоль будет. Но на ночь я поставил воду, сейчас они разбухли чуть-чуть, сейчас буду варить. Всегда думал, зачем эти штуки нужны, ну, вырезы. Я понимал, что это для пальца, просто думал, ну, неудобно же так ходить. А теперь, когда у меня ожоги на руках, то я понял, что это очень классная вещь. Фасоль, конечно, классная. Но минус ее, конечно, варить долго. Ну, когда время есть, проблем нет. Вот сейчас я сварил, она... Вот полчаса варил, она, конечно, все равно такая жестковатая, но есть можно. Сейчас Настя мне видео отправила, где я в серию вчера выложил первую. Аечка смотрела и заплакала. Говорит, папу хочу домой. А, и с папой хочу, и, ну, короче, папу хочет. Ой, что-то грустно так стало. Сразу так хотелось плыть и домой. Ну все, я собрался.
спасибо этому месту. Это такое прям мы счастье. Вот. Только мне что-то грустно стало. Захотелось двигаться. Погода хорошая, даже ветерок немножко попутный. Ну, легенький такой. В принципе, до ГЭСа мне практически столько же, даже чуть меньше, чем вчера. Осталось. Не знаю, сегодня доберусь, нет. Посмотрим. Поплыли. Ты хочешь с ним брать, или ты хочешь, чтобы он приехал? Папа скоро приедет. Ну, поплавает по вот этой речке. И приедет, и расскажет тебе много-много интересных историй оттуда. Он взял с собой твою звездочку. Он всегда с ним. Но я хочу с ним. Ты хочешь с ним там быть? Ну, в следующий раз, когда он поплывет куда-нибудь, ты с ним поплывешь. Хочешь? Хорошо. Где-то в лодке дырка. Тишина такая, что я аж слышу, как этот воздух где-то выходит. Вот опять возвращаюсь к тому, что одному скучно путешествовать. Вот поначалу, да, классно, когда хочется от людей отдохнуть туда-сюда. Но когда твои родные есть, вот, например, я бы сейчас с удовольствием бы дочку бы взял бы с собой. Вот по таким местам вот путешествовать вообще класс. Да, не конечно, не по бурным речкам горным маленьким там. Ну, если знаешь речку, то можно взять. Вот. В принципе, если этим маршрутом пройти, потом можно уже с детьми сюда приехать и на лодке с ними тоже на кайке пройти. Вот мне сейчас так грустно стало, одиноко. Я бы так хотел бы. Особенно, когда видео видишь, когда тебе скидывают, когда она говорит, я с папой хочу. Блин, я не могу. Грустно, конечно. Водорослей здесь много вот началось. Как какашки какие-то. Ох. Да, тяжело сегодня. Идет прям в руках, свежести нету. Лодка прям тяжело так идет. Ну, как я и думал. Ну, ничего. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Тут столько рыбин плавает. Какие-то карпы, я не знаю. Большие такие. Вот бы одну бы поймать. Прям плавают, не боятся. Такие чук-чук-чук. Очень много видел. Никак не могу запечатлеть их. Пока достану, они уже уплывают. Вообще быстро идет, не заметил, уже треть прошел, 3,5 мили, еще 2/3 осталось, в принципе, вообще нормально. Там, вон, там уже ГЭС, в принципе, не так далеко, еще 6 миль получается где-то, 6-7. Вода здесь, водохранилище чистое, прям хорошо течет. Вот в речке, где была мутная вода, она прям капала, капала медленно. Фильтр работал усердно. Здесь прям почти свободно.
Пошли тут поселения на побережье, гостиничные дома, люди ходят вон. Купаются. Так и за нудистами подсматривать можно с таким телевиком. Хорошо, здесь еще судоходства никакого нет. Не надо оглядываться там в поисках какой-нибудь баржи. Вообще можешь везде гулять абсолютно спокойно в наушниках, слушать музыку, не оглядываясь. Рыбаки так редко-редко только. Несмотря на то, что сегодня воскресенье, как бы их много, но они все в той стороне, в той части. Здесь их мало уже. Так, ну я уже близко. Вот плотина сама. А вот здесь остров перед ней. И по карте показывает, что там есть кладбище старое. Так, ну что, десантировался. Пойдем смотреть кладбище. Тут заборчик, все огорожено. Вот, кстати, предупреждают, что новые захоронения здесь запрещены. Кто-то хочет здесь залечь. Ну, конечно, с таким видом, блин. Кто не хочет залечь? Так, что тут, какие даты-то? Уильям Риггс. Дата непонятна. Нет вообще даты. Джо Вудвард, тоже непонятно. А вот здесь даты: Ричард Хартоп, Энни Хэптоп Маккейб, 1904 захоронение, 1905. Да, тут примерно все захоронения одного времени, то есть конец 19-го, начало 20-го, 1891-й, вот 1900-й, 918-й. Вот. Интересно, вот когда пишут о людях, не просто имена и фамилии, и даты, а еще пишут, как бы, кем он был, каким хорошим сыном, каким хорошим дедушкой. Это, конечно, очень трогательно. То есть уже понимаешь, что это не просто какие-то люди умерли там, а как-то они начинают оживать, и как-то очень трогательно становится. И понимаешь и свою жизнь, вот что останется после тебя, хотя бы пару хороших строчек, если о тебе так напишут, то это, да, уже хорошо. Ну что, мне осталась финишная прямая, да, вот плотина. Но я буду высаживаться здесь, потому что там нету спуска нигде. Хотя дорога идет по самой плотине, но туда вниз ничего нет. То есть там сразу же высота большая. И вот надо высадиться и около мили, полторы мили даже пробойти вот там вот и спуститься. Так что немножко осталось. Все, последние грибки до конца водохранилища. Поклон тебе, водохранилище. Нормально так. Первое мое большое, но будут еще больше. Тут еще красиво, хорошо, места дикие. Хорошо, резиновая лодка. Сдул, надул. В плане транспортировки очень офигенно. Все вроде собрал. Быстренько, что, минут 10 и все. Меньше. Мусор, надеюсь, удастся выкинуть, а то я его уже неделю с собой вожу, вообще нигде нету. Парковка, все дела. Ох, чуть-чуть поднялся от парковки, я уже задолбался. Капец, тяжело. Сумки неудобные. Вообще пиликать и пиликать, капец вообще.
пришел. Блин, я бы лучше 5 миль бы проплыл бы, чем вот полторы мили прошел. Хотя ладно, для разнообразия тоже нормально. Вроде все собрал, сейчас доем фасольку свою. И в путь. Нормально, в целом шустренько, я думал, все дольше будет. Прикольно, если вот так вот верхнюю ГЭС прорвет, все остальные посыпятся. Наверное, вплоть, вот если вот эту ГЭС прорвет, то вплоть до Мексиканского залива там все снесет, наверное, вообще. Ничего не выдержит напора. Да, интересно посмотреть на это было бы. Только подальше отсюда надо быть. Или на гребне волны, прям на самый первый, на каяке, блин, херачить. Зато до дома быстрее доплыву. Поводу мусора, кстати, я его просто возле туалета оставил. Я вообще не вижу, урн здесь нету. Ну, самое главное, не на природе я выкинул, возле, там-то кто-нибудь уберет, специальные службы этим занимающиеся скажут, вот как эта свинья оставил мусор. Ну ладно. Да, здесь течения вот тоже почти уже нет, потому что это уже водохранилище фактически. Тут как каскад ГЭС идет. Вот первая, вторая и третья будет. Они поменьше уже две. То есть потихоньку как бы воду сбрасывают. Вот, а потом вроде свободно будет надолго. Вот, а пока сейчас еще надо постараться. Вот по ущелью сейчас будет река идти, такая вот водохранилище. Ух ты, пирамидальные тополя. Я даже внимание обратил, потому что редкость такая-то здесь. Даже не помню, чтоб я их видел в Америке. Все-таки это такая наша СНГ-шная тема. Кто-то, видимо, специально привез, посадил. Круто. Вот люблю я сочетание скал и сосен. Вот, не знаю, как будто с детства вот что-то, с каких-то фотообоев, я не знаю, вот прям обожаю. Либо с картин каких-то. Настолько это какое-то родное, красивое. Заметно, кстати, природа меняется. Высота падает, речка вниз течет. И вот много хвойных сейчас появилось, прям много деревьев. Там выше такого не было. Там более суровый климат чувствовался. Среди сосенок-то я себе сейчас место и присматриваю. Тут что-то уклончики, везде может дальше пройти, проплыть. Так, места классные. В принципе, потому что задачу я на сегодня выполнил, где-то прошел почти 15 миль. Ну, главное, ГЭС прошел, потому что я думал, вообще, может, не дойду до нее, дошел нормально. Все, так что можно отдыхать, а то у меня руки забились. Что классно по реке путешествовать, столько мест для ночевок можно найти, вообще не затрудняясь. Тут нашел такое место классно. Правда, тропинка там нахоженная, не знаю кем, может и оленями, может нет, люди сюда приходят, наверное, иногда. Там костровище есть, все дела. Вот здесь и заночую. Эх, дырка опять. Это старая дырка разошлась.
наклейка, заплатка точнее, отслоилась. И по новой. Надо больше заплатку ставить. Хочу, а надо серию уже делать. Первое выпустил, там уже скопился материал. Иначе сейчас не сделаешь, потом скопится там кипа. Не люблю так.